Привет, интернет! Скоро нас ожидает. Тысячи людей, миллионы людей по всему миру ждут этого события. И как бы пафосно это ни звучало, лично я его очень сильно жду. Вот со мной Иванов еще присутствует. Привет, Данила. Он немного скорбит о своей девушке, уехавшей в Китай. Но вот видите, он вот так скорбит. Я просто хочу поделиться, дорогие друзья, с вами. Вот с этим телефоном, это Galaxy, вот письмо, смс-ка пришла, сейчас потом почитаю. Galaxy первый ноут, это мой фронтовой боевой товарищ. Сколько классных моментов мы с ним пережили. Дело в том, что я практически не пользуюсь компьютером, и поэтому для меня Galaxy Note — это моя реальная, это мой форпост, это мой шлюз, через который я захожу в интернет. У нас в команде Чеснока, если не соврать, по-моему, у 6 человек, ну, у Серикавы точно есть, у Бухаловой, ну, там сейчас не будем вспоминать, люди тоже очень довольны, и сейчас буквально вот через, я не знаю, где-то там несколько, уже осталось там неделя, там сколько дней, Samsung выпустил новый флагман, новый Galaxy Note. Сегодня ехал на работу и думал, а куда я дену этот Galaxy? Он мне тоже очень нравится, но я возьму обязательно новый Galaxy. Почему? Потому что, ну, не знаю, нужно раз в год, мне кажется, телефон все-таки обновлять, да, потому что там все равно новых куча функций. Я вот еще с вами хотел поделиться. Я, например, не очень пользуюсь вот этой штуковиной, которая, ну, была паровозом при продвижении, да, вот год спустя, стикером. Стилосом. Да, стилосом. Вот меня Иванов поправляет, я потому что это даже не очень знаю, как это правильно называется. Почему? Ну, я не знаю, я это не он. Я не художник, я работаю в Твиттере, я работаю в Фейсбуке, я работаю в соцсетях, я смотрю почту, да, то есть, и вот эти многие очень хорошие, прикольные функции, которые есть в первом ноуте, то есть, они для меня, не, ну, как бы, недоступны, но дети мои, вот, тоже важный момент, то есть мои две дочки, их просто приходится палкой отгонять от моего телефона, потому что они реально, вот они эту функцию четко заценили, ну и в целом, как бы, ну и пускай играются, да. Другой вопрос, что... Что ждете от нового ноута? Честно сказать... Может, больше хочется, чтобы... Ничего не хочу. То есть меня абсолютно... Вот, кстати, касательно размеров, Иванов нормальный задал. Это единственный телефон, который подходит под мою руку. То есть я не хочу размеров больше, я не хочу размеров меньше. Я был бы не против, если бы чуть-чуть подольше работала батарейка. Я был бы... А, кстати, вот мое еще одно любимое приложение, самсунговцы за это молодцы, это приложение, когда ты можешь за 340 тенге скачать любую книжку, то есть есть как бы сайт, и в чем фишка, не нужно платить там никакой карточкой, нужно просто нажимаешь кнопочку, и он с твоего счета там списывает 340 тенге, причем есть книги по 100 тенге, ну вот, самая дорогая книга 340 тенге. Я вот всегда, когда уезжаю в отпуск, я накачиваю себе. То есть я вот его очень хорошо использую как читалку. В нем есть одуренный ночной режим, одуренный дневной режим. И вообще вот сам интерфейс вот этой читалки. То есть я в свое время хотел купить читалку. Когда я взял ноут, да, я понял, что, ну, читалка, да, читалка мне не нужна. Дорогие друзья, владельцы ноутов и те бедные люди, которые по каким-то причинам еще не пользуются этим замечательным продуктом. Я, Вячеслав Неруш, имею некую популярность в интернете. Я хочу использовать все свои возможности, чтобы вы просто, ребят, вы посмотрите, потрогайте хотя бы первый ноут. Я уже не говорю о втором ноуте. Вот, кстати, вот он меня услышал, Зимин мне звонит. Я думаю, вот смотрите, Дмитрий Зимин мне звонит, он тоже хочет сказать, как он хочет на презентацию ноута. Дорогие друзья,
приходите на презентацию. Кстати, два слова по презентации, как я ее вижу. В этот раз презентация будет в зале, что хорошо, потому что уже мы не будем зависеть от погоды. В этот раз на ней будут прикольные звезды, не буду говорить пока какие. В этот раз будет много фишек, но я думаю, вы сейчас, если это смотрите видео, значит, оно находится на промо-сайте как бы Samsung по Galaxy Note 2. Поэтому придите, посмотрите на это чудо. Но все, наверное, пойти не смогут, потому что все просто не войдут. Ребят, я вот в здравом уме, в здравой памяти, это друг. Вот Galaxy Note для меня это друг, это брат, мы провели с ним столько минут. Если честно, вот единственная причина, по которой вот я думаю о покупке вот второго ноута, мне так жалко оставлять этот ноут. То есть, мы реально будем скучать. Но я кому-нибудь, я думаю, отдам свой ноут, вот старый фронтовой ноут Неруша. Он, кстати, столько всего пережил, то есть кому-нибудь из команды подарю чеснока в качестве премии, вот, АСВ, вот, я сказал. То есть так и будет, мы подобьем итоги нашей деятельности и самому там по итогам месяца я подарю свой старый ноут. Тут дело даже не в деньгах, а дело как бы в традиции. Я думаю, он не то чтобы волшебный, но я думаю, что-то там, какая-то часть ауры какой-то передастся. Вот. Дорогие друзья, удачи вам! Пользуйтесь нормальными устройствами, понимаете, вот, прибудет с вами сила. Note forever, Samsung forever.